Другим темам – ресурсная база и сокращение долговой нагрузки. Таковы приоритетные задачи компании «Алмазы Анабара». Об этом шла речь во время визита на предприятии рабочей группы под председательством главы Якутии Егора Борисова и президента «Алроса» Андрея Жаркова. Делегация посетила участок Эбелях Гусины, прииска Маят, расположенный на территории Анабарского района, и участок Среднемолода, прииска Молода в Булунском районе. Глава республики ответил на вопросы работников «Алмазы Анабара» и выразил уверенность, что предприятие усилит работу с местными трудовыми ресурсами, также обратит внимание на решение социальных проблем. В свою очередь, гендиректор предприятия Павел Мариничев сообщил, что все плановые показатели за первое полугодие компания выполнила. По итогам года предприятия «Алмазы Анабара» и «Нижнеленская» заплатят порядка 3,5 миллиардов рублей в виде налогов в разные уровни бюджетов в Якутии, сказал Мариничев. Ну а главными задачами «Алмазов Анабара» в ближайшей перспективе названы развитие минерально-сырьевой базы и сохранение кадровой политики с привлечением местных жителей. Кадровую политику, конечно, та кадровая политика, которая есть и существует в «Алмазах Анабара» с привлечением прежде всего местных людей, с основой на местные кадры, она, безусловно, поддерживается компанией «Алроса» и, естественно, будет продолжена. Мы считаем, что та горная школа, которая у нас формируется, она должна только развиваться.